Мои дорогие, всем доброго утра, воскресного у нас. Сегодня воскресенье, я сегодня снова не просто так. Я иду не накрашенная вообще. Сегодня я буду моделью на макияже. Вот посмотрим, что нам сегодня сделают интересненького. Ехать далеко, ехать с двумя пересадками. Посмотрим, может, мы сейчас с девочкой сколлаборируемся и поедем на такси. Мне очень интересно, что там сделают. В общем, посмотрим. Ой, у нас вот такая стройка. Это кошмар. Сейчас покажу. Вот эта вот история меня жутко раздражает, потому что они строят с 7 утра и до 12 часов ночи. Это просто какой-то кошмар. Бесконечная стройка. Прикольно, они еще переход перекрыли. Ну, это вообще здорово, конечно. Мне теперь надо спускаться, чтобы идти на остановку. То есть мне идти на остановку на одну ниже, а не на свою. Я не знаю, расскажите мне, куда можно обратиться, потому что, по-моему, я писала, когда вот они в час ночи стучали, то ли Роспотребнадзор, то ли куда. Я писала. Они сказали, нужно заполнять какую-то форму, нужно что-то там как-то официально это все делать. Я просила просто произвести проверку, приехать в ночное время. Или, например, в воскресенье в 7 утра. И убедиться в том, что они нарушают спокойствие граждан, нарушают закон. Короче, жесть. Они теперь еще и перекрыли нахрен проход. Ну, я вообще в бешенстве, конечно. Хабаровск, 10 утра. Просто никого нет из пешеходов, только какие-то сумасшедшие люди куда-то едут. Все. Я за тобой иду. Конечно, такая бледная, она на фоне всех просто. Называется продукт продакшн. Это точно. Так, у нас тут еще собачки сегодня. Это Оля. Всем привет. Продаются, можно покупать. Не могу сейчас сказать, надо смотреть, это в ежедневнике записано. У меня вот есть. Есть их посмотреть, да, хотя бы просто. Ну, она прям такая. Ну, я брала не вестинская, там есть какая-то нюдовая. Но они мне прям очень нравятся. Вот такое деликатное сияние. Нафига. До этого была засвечена немножко камера. Ладно, сейчас будет получше, наверное. Тон от шипа очень хороший, кстати, оказался. Меня здесь держат в заложниках. Надо было ей присесть, да, все-таки? Классно. Вот такие мы с вами красивые. Будем распаковывать бутылки, которые я очень давно хотела. Сейчас я вам покажу. Я заказала себе тестер. Это тестерный винт. Сейчас. Но он абсолютно идеальный. Даже с головой. Не тут написано тестер. Сейчас. Мы сейчас понюхаем. Сладкие, я люблю такие. Все напшикались быстрее. Вообще, да? Просто пушка-бомба. Моя давняя мечта. Я себе очень давно хотела. Так, мои дорогие, мы с вами приехали в аэропорт. Мы будем сейчас встречать с вами маму. У меня приехала мама с Камчатки. Я такая немножко потрепанная, замученная, потому что я, как это называется, с работы. Вот. У нас вот такой вот аэропортик. Я вам сейчас немножко поснимаю. Я взяла кофточку. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим на наш аэропорт. Может быть, мы, кстати, успеем подняться на третий этаж. Это у нас второй этаж. С недавних пор наш аэропорт стал очень малолюдным.
такой прям практически нет людей. Сейчас время 6 вечера. Вот там у нас зона выхода с прилета. Сейчас мы с вами пойдем туда встречать маму. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, нет, вот так, конечно, очень сильно открывается. Грудь. Надо все-таки, наверное, переодеть рубашечку. Так. Ну что, мои девочки, собираемся с вами на работу. Я уже более-менее, собственно, накрасилась. Мне не хватает румяшек, теней. И я решила с вами здесь, собственно, распаковочку сделать по ссылочке сайта магазина rendezvous.ru. Ну, вы уже все давно знаете, что, естественно, сайт Рандеву очень классный. Там есть все. От косметики до духов. Вот что хотите, то и заказывайте. У меня есть, естественно, именной промокод. Пожалуйста, пользуйтесь им. Я вам сейчас его куда-нибудь ставлю. Звучит он как 10 парфоли. 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 От 2500 вы можете себе применить этот промокод. У нас с вами сегодня, собственно, и закупочка будет на 2500. Можете для себя что-нибудь бюджетненькое выбрать. Посмотрите, какая я сегодня блестящая. Знаете почему? Потому что у нас опять дождь. Я не знаю, что с этим делать. Меня это уже жутко бесит. Я всегда, когда у нас сырость, дождь, просыпаюсь вот такая. В смысле, это я еще запудрилась, чтобы вы понимали. И это я запудрилась этой пудрой, которая тайская такая, знаете, да? И как бы вообще пофиг. Вот такая у нас влажность. Сейчас утро, я собираюсь на работу. Смотрите, какое чудесное украшение. Свету, которая делает эти украшения, это тоже, кстати, Светина украшение. Я оставлю ссылочку на ее телегу в описании. Света делает какие-то просто нереальные украшения. Я когда хожу на депиляцию, у нее там стоит стенд, я никогда не ухожу без покупки. Это просто потому, что невозможно. Никак невозможно мимо нее пройти. Ну вот как? Ну вот, ну скажите мне. Скажите мне, если бы вы прошли мимо вот этого. Ну как? На рандеву я заказала маленький пробник для разнашивания, для того, чтобы понять вообще, нравится мне этот аромат или нет. Стефани де Брюйджин. Стефани де Брюйджин. Лимусет, короче говоря. То, что я не знаю, вставлю картинку. Конечно, у меня нет флакона, поэтому я вставлю картинку. Мне тут девушка одна написала, что когда вот у меня было парфюмерное видео, у меня было, и, в общем, у меня там были флаконы. Ну, прям флаконы. Я не вставляла картинки и не вставляла вырезанные флаконы, потому что у меня были флаконы на руках. Картинки с пирамидами я, ну, решила не вставлять, потому что я решила в описании вставить ссылки на сами флаконы. То есть вы по этим ссылкам можете пройти, посмотреть, сколько стоит, что в пирамиде и так далее. Ну, типа, у нас что? Ну, без картинок уже как бы все. Невозможно видео смотреть. Она так и написала, говорит, я зашла, начала смотреть, не было картинок, я вышла. А с воображением как-то, ну вот, или там на словах, ну вот, как бы непонятно. А флакон я вот так показываю, его не видно, да? Извините, пожалуйста. I'm sorry. Давайте я сейчас вот будем его разнашивать. Знаете, сразу в нос бахнул мне жженый сахар с каким-то запеченным яблоком. Слегка такой шампунистый, такой немножечко, даже геля для душа есть. Ну, воздух, в общем, есть в этом аромате. Будем разнашивать. Вообще-то интересный экземпляр, немножко химозный. Мне, знаете, как-то вот, если честно, не нравятся такие химозные ароматы. Тут у нас, конечно же, буклет с обратной связью. Списочки, списочки. Взяла попробовать вот такую маску 8 пептидов. А вот знаменитого бренда, который корейский, с пептидами. В общем, омолаживающая масочка. Я опять вчера как-то не дотерла автозагар, то есть я вот как-то его разнесла, вот так вот вроде вытирала салфетками влажными, и как-то это вообще неудачно закончилось. Вложили мне подарочек здесь. О, снова Angeline Ripe Cherry. Это аромат клон, ну, по крайней мере, вдохновленный, естественно, Томом Фордом. Вот Bitter Peach помню, а Cherry не помню. Ну да ладно. Ну, которая вишня Форда, в общем. Сносила приятный вишневый такой компотик без характера. Знаете, не хватает в нем какого-то чего-то, какой-то изюминки, какой-то перчинки. Вот не хватило мне. Ароматец, вот который, в общем, Le Musel
запудривается и становится очень просто сладким. Красится мы с вами сегодня губёшки будем мы с вами красить карандашиком от Ларте в оттенке номер 03. Посмотрим. На глазки нанесем сатин нюд от Люкс Визаж. Обожаю их жидкие тени. Забронзируемся. У меня хотя есть бронзер, но он у меня жидкий. Мы его зафиксируем сухим бронзером от... Это у меня. Смотрите, какой мультибронзер от Люкс Визаж. Взяла... Ни у кого еще не видела вот эти очень интересные румяшки от Siam Single Blush 2. Смотрите, какой симпатичный цвет. Сейчас мы посмотрим на его текстуру. Они, кстати... О, они сухие. А я не взяла с собой кисть для сухих румян. Я подумала, что они не сухие. Я подумала, что они жидкие, мусообразные. Ух ты ж, ну пигментация у них будь здоров, хочу я вам сказать. Посмотрите, тут надо прям очень аккуратно. Так, и в подарочек положили вот такой маленький сашет. Отбеливающий крем с розой. Очень приятно. Спасибо. Вот, итого у меня как бы два подарочка, да? Кремушек отбеливающий и даже... пробничек духошей. Очень приятно. Давайте на глазки с вами нанесем вот эти тенюшки. Какой красивый. Это, ну вот, ну это все полностью законченная байтери. Хочу еще, но почему-то у нас к нам не завозят байтери. Пробирку в нашу любимую. Ой, слушайте, но он очень... не знаю, будет что-то видно на камере или нет. Но в жизни хочу сказать, что он вообще слился как-то с оттенком моей кожи, и, собственно, его практически не видно. Видно только вот такое небольшое сияние. Для тех, кто любит такой, ну, типа, макияж без макияжа, по-моему, классно. Я даже, знаете, не вижу смысла растушевывать его кисточкой. Ну, можно, конечно, но особо надобности я не вижу. Тени действительно сатиновые, такие помягче, да, чем вот их предыдущие братья и сестры. Для работы вообще классно. Ну, типа реально намазюкал, и у тебя взгляд такой сразу свеженький стал, да? Такая пушая сегодня. Я вчера такая была классная, у меня прям высохло лицо, я говорю, у меня прям скулы, мне так нравится. Сегодня на, получай, женщина. Ну вот, ну что это вообще? Ну я же не могу постоянно припудриваться этой пудрой, ну это кошмар. Не, ну это трэш, девочки. Трэш-контент просто. Просто трэш-контент. Нет, ну тени надо, кстати, растушевать немножко, потому что они заваливаются в морщинки вот сюда, складочки. Все-таки растушевка нужна. Это я, конечно, погнала. Слушайте, ну они на сайте там стоили, ну что-то... Ну очень дешево. Рублей 150. Ну вот на 150 рублей они и работают. Ну, как бы, да. Давайте попробуем наш бронзер. Выглядит он, кстати, вот визуально. Он выглядит как у Наташи Шик бронзер. Давайте сначала вот такой кисточкой попробуем. С одной стороны такой. Я просто хочу понять, какой кисточкой надо наносить этот бронзер, чтобы все было ок. А вы смотрите сюда у меня. Слушайте, ну... Ой, ёшкин. В общем, этот бронзер, он с перламутровыми такими частичками. Хорошо, что мы взяли вот эту кисть, потому что другой кистью мы будем румяшки наносить. Но в целом мне как бы нравится. Такой перламутровый. Вы если его используете, девочки, вы можете румяшки не использовать. Мне нравится. Я видела отзывы на него. Всем он в целом тоже очень нравится. Я не скажу, что вау. Мне у Люкс Визаж больше нравится бронзер, который... который Банни. Банни, он очень-очень крутой, правда. Банни, мне кажется, покруче. Вот этот такой поделикатнее. У Банни больше цветопередачи все-таки. Вот, поэтому... Ну, как бы, если бы мне сказали выбирать, я бы выбрала... Если бы мне сказали выбирать, я бы выбрала уложить челку. Если бы мне сказали выбирать, я бы выбрала Банни. Он, по-моему, даже и дешевле, потому что вот этот стоил, по-моему, рублей 700. Я вам даже сейчас точно могу сказать. Я люблю слегка такую коррекцию проводить бронзером, потому что мне это идет больше, нежели просто скульптором. Но он слегка... Он вроде как и сияние дает, но немножко даже матирует. Нам это на руку. Вот. Универсальный бронзер 670 рублей, девочки, стоит. От Банни... Ой, Банни бронзер стоит...
Что-то там 300 рублей, по-моему. Поэтому я, честно говоря, сейчас я вам покажу вот рядом с... Ну, если вы, конечно, что-то увидите. Но он прям такой мягенький, девочки. Сейчас. Смотрите, какое сияние он дает. И он такой прям какой-то персиковый. Сейчас прячем лицо. Смотрите. Вот он какой-то прям, как не бронзер, а как какой-то темный хайлайтер. Ну, не знаю. Я хочу в складочку века его немножечко занести, раз я его уже набрала. Я сейчас возьму вот такую кисть. Вот Real Techniques. Ну, я пока лучше кистей, чем Real Techniques, вообще не нашла, если честно. Девочки, вы бы видели, что у меня там еще на обзор. О, я хочу носик вот так сделать. Как я люблю, когда так носики делают. О, мы с вами еще пойдем в Озон. В Озон? В Озон зайдем? На Озон зайдем? Как правильно говорить? Зайдем на Озон и заберем... Сережки я заказала, наконец-то. Хотя у меня сегодня золото, что это я? Ну вот как? Ну я вот прям вот сюда припудривалась, девочки. Ну это просто невозможно. Ну что мне делать? А вы в курсе, то вообще сейчас рубашки очень... тренде. Поэтому, если у вас какие-то есть такие классические рубашки, да, в которых есть манжеты, которые воротнички есть, доставайте, потому что рубашки — это тренд. Нет, ну вы только гляньте, я вас... Ну вот что это? Просто... Роскошь бутиков какая-то, я не знаю. Короче, я люблю лазить... Я так наклоняюсь, как будто бы у меня нет микрофона, и я говорю в телефон. Очень пигментированные румяна, я их прям стряхиваю. О боже, вы это видите? Это что за цветопередача вообще? Ой, мамочки. Хотя у меня самая пушистая кисть от Real Techniques. Ой, мама. Цвет такой, знаете, загоревшая булочка. Теплый. Это очень теплый оттенок румян, девочки. Если вы у меня холодненькие, то вы их лучше, конечно, не надо. А те, кто, если у меня такие же булочки, как темненькие, как и я, этих румян хватит, я не знаю, но вы еще оставите в наследство. Они просто какие-то нереально пигментированные. Это просто жесть. Девочки, не поверите, сижу, думаю... Кого так пахнет такой вкусной сладкой булочкой? Откуда пахнет? Кто готовит? А это я! А это я! Да это я! Вот такие щечечки. Я, честно говоря, возьму сейчас спонжик и немножечко подсбавлю эту нереальную радость, чтобы нам чуть-чуть с вами как-то приглушить. Вот это, получается, эти румяна, они очень типа скульптурирующие, да? Понимаете, о чем я говорю? То есть у вас... Вы можете этими румянами прям проскульптурировать себе щеку. Девочки, но только со стряхиванием, реально, прямо в салфетку. Потому что по-другому это, блин, какой-то кошмар. Вот сюда, если вы ее заведете, эти румяна, то у вас, ёшкин-кошки, пигментация на уровне, хочу вам сказать. Ну ладно. В общем, от СМ... Те, кто не боится высокой пигментированности, посмотрим еще по стойкости. У меня кожа очень жирная, очень толстая и пористая. И у меня всю пигментацию от румян, хайлайтеров, бронзеров кожа съедает ну на раз-два. Просто 3 часа и уже ничего нет. Девочки, ну пахнет, в общем, этот Ля Муссе просто горелым сахаром. Вы знаете... Вы можете купить от Аквалины Pink Sugar, которая стоит там 1000-2-3. И она, кстати, на рандеву тоже есть. Я ее как-то там Pink Sugar покупала. И просто все. И вам больше ничего не надо. Уже было. Уже видели, уже знаем, уже слышали. Поэтому, честно говоря, не очень интересно. Я всегда ищу румяна, которые... Ну, типа, знаете, вы такие чик нанесли, свежая майская роза. Ну, это вот, кстати, вот сюда. Неплохо. Как видите, у меня такое лицо стало посимпатичнее, посвежее. Мы глазки с вами вот здесь. Я подвожу слизистую. Вот так, одним движением. Хоп. Очень классный. Пупа 02. Обожаю его. Раньше пользовалась Vivienne Sabot.
Очень мне тоже нравился цвет, но вот этот, он у меня быстро заканчивался. Вот этот какой-то вообще не, как это, неубиваемый. Вот не прям неубиваемый карандаш. И стрелочку сейчас тоже быстренько. Слышите, да, звуки? Это моя любимая стройка. Мы живем тут уже, наверное, год с этой стройкой. Ну вот со стрелками вообще, да, кайф? Знаете как, если у вас не очень стойкий каям, то вам нужно сначала вы первый раз наносите первый слой, ждете, он высыхает, и потом наносите второй слой. И вот этот слой будет с вами уже до победного. И все. И тестируем помадочку. У меня распаковка с магазина «Рандеву», и я вообще счастливый человек сегодня. Карандашик у нас, как это называется? В общем, не деревянный. Забыла название, как называется. Карандаши, которые типа в пластике. Так, смотрим. Оттеночек 03. Такой вот очень нюд. Но я ищу себе теплый подтон, а не холодный, который бы идеально сочетался с моим оттенком губ. Прикольно. Мои губы только лучше. Реально. Я нашла. Аллилуйя. Я очень довольна этим карандашом. Он слегка суховат, но я думаю, что он будет стойкий. Девчули, ну реально, мои губы только лучше. Я довольна. Внимание, это не холодный розовый, это вот оттеночек 03, Zoom Call называется. Кстати, супер, написано супер мягкий и стойкий. Ну, посмотрим. То, что он стойкий, это 100%, потому что я уже не могу его наслоить, когда я начинаю наносить его на губы. Но он очень быстро стачивается, видите, сразу. Но он, конечно... Девочки, это успех. Это успех. Такие губёшки у нас с вами получились. Такие мы с вами красоточки. Сегодня пойдем на работу. Я довольна своим заказом. Заказ у меня получился супер-пупер. Мне прям очень нравится. Поэтому спасибо большое магазину «Рандеву». Используйте, пожалуйста, мой промокод. Не забывайте про него. Девчули, не забывайте про то, что ссылочка на вот эти украшения будет у меня внизу в описании. Все, девочки, я побежала. Я вам желаю всего самого наилучшего. Море улыбок, теплых солнечных летних дней, психического здоровья, конечно же. Ну и не забудьте обязательно поставить лайк этому видео и подписаться на канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока!